Ребятушки, здравствуйте! Сегодня достаточно очень интересные моды выходило, прям, знаете, очень несколько штук. И сегодня вот, пожалуйста, КамАЗ СНГ. Давайте смотреть, очень интересно, ну, такой интересный КамАЗик, который был уже... Выходил, по-моему. Есть он под 1.42, есть под 1.43. Вот, по кабине. У нас несколько кабин, пожалуйста, на цвет и вкус вы можете выбрать себе. Очень много реалистичных кабин, соответственно, даже 53602 вы можете выбрать. Слушайте, прикольно, прикольно, мне очень нравится. По шасси у нас есть PDF, либо сразу с еще вот таким прицепом, сразу можно выбрать. Плюс 54,80, 53,602 с БДФом. А, это нет, это типа, все, я понял. Это типа, либо просто, либо уже сразу с этим. Все, я понял. То есть, соответственно, очень много всего, короче, вы можете выбрать. Окей, хорошо, по шасси у нас здесь ЕМЗ, КамАЗ. В принципе, в целом, КамАЗ. ЕМЗ, в принципе, самые основные, которые идут уже на КамАЗовские, это все понятное дело. Что у нас по трансмиссии? 12-12-6 передач. Наконец-то. Ну, значит, можно покататься, как говорится. В принципе, можно мне даже 8 передач. Можно, в принципе, даже покататься, на десятку поставить. Ну, мне самое главное, что есть 6 передач, это уже хорошо. Достаточно много очень передач. 9, 12, 8, 10, 16. Соответственно, очень много. По интерьеру. У нас интерьер, в принципе, обычный, простой, детализированный, под 1.42. Я бы сказал, даже очень хорошо. Здесь что? Муха добавляется. Просто, ребят, муха добавляется. Муха анимирована, на самом деле. Муха реально анимирована. По покраске, пожалуйста, на цвет и вкус вы можете выбрать. Нет у нас, к сожалению, металлика, но есть обычный пользовательский цвет. Плюс по аксессуарам. Ребят, капец просто, достаточно очень много его. Мы, конечно, не постараемся, я хотя бы так его периодически посмотрю, но на самом деле его прям, это капец просто очень много всего. Вы можете добавлять и не добавлять, пожалуйста. Даже плюс форма, даже все это меняется. Слушайте, я думаю, что вот это займет очень долго. Давайте мы его уже сами, в принципе, если что, посмотрим, где он чего состоит. Вот. И, соответственно, более уже реалистично будет, да? Потому что, ну, это реально, это очень жестко. На самом деле, это жестко смотреть. Так, это что у нас глушитель называется? Хорошо. Поэтому, если что, не обессудьте, посмотрите его, в принципе, сами, если захотите, скачать. Плюс, руль меняется, пожалуйста, на цвет и вкус вы можете себе выбрать. Любая плеточка, как говорится, либо обычный простой шутитель. Здесь GPS, пожалуйста, идет сразу. Плюс здесь у нас дополнительно какие-то приборы на панели можем поставить, плюс на лобовом стекле, либо радары и так далее. Все это у нас он есть. Работает либо не работает, тут хрен узнает. Вряд ли, мне кажется, ну, можно в принципе попробовать этот радар. Если реально работает, то это очень круто и круто будет. Плюс стандартная табличка, здесь у нас все пользуется, так сказать, все мы можем выбрать, да? Так, даже вот такие даже есть у нас, ничего себе. Так, посадить, кого посадить можно? Анюту можем посадить, господи, это страшно. Володя, Виктор, Витек, здорово, Джульетта, вот такое. Такой не грех покататься. Макс, айтишник. То есть страшный друг. Алиса, Милана. А, ну с Миланой понятно, где. У Миланы там, как у Миланы. Петрович и, в принципе, все. Окей, хорошо. Так пусть от Милана будет. Соответственно, постели мы тоже все это добавляем. Окей. На самом деле большой плюс то, что очень много всего. На самом деле вы можете выбрать очень много всего. И, соответственно, прям неожиданно, прям реально неожиданно. Я же повторюсь, ребят, очень достаточно много интересных модов повыходило. И, соответственно, блин, не успеваешь даже их вот это обработать их и так далее. Не знаю, выйдет сегодня или вообще не выйдет за время
за сегодня вообще выйдет или не выйдет сравнение, если что, сравнение выйдет уже в субботу, может, в воскресенье. Также история в моде будет тоже однозначно не сегодня, либо завтра. Но завтра у нас стрим однозначно будет. Почему бы нет? Ну, посмотрим, короче, ребят, посмотрим. Слушаем звук. В принципе, обычный камазовский звук. Так, что у нас? Стоп-сигнал. Работает. Аварийка. Работает. Хорошо. Поворотники. Работает. Хорошо. GPS. Работает. Хорошо. Стеклышко. Работает. Хорошо. Все у нас работает. Все. Все, поехали. КПП у нас... Не, КПП у нас не работает. Но она у нас, так сказать, анимирована в плане движения. Слушайте, что могу сказать по вообще? Слушайте, че на нем покататься? На таком КамАЗе не грех. Как говорится, не грех покататься. На самом деле классный КамАЗ. Мне очень сильно нравится. И на таком красавце прям реально покататься можно. Очень бодренький, красавчик. Прям увожу. Все анимации есть. Все анимации есть, все, что нужно, все это есть. Мы сейчас посмотрим, есть ли сцепка и так далее. И там уже вердикт, как говорится, есть. Не, на самом деле, класс. Да любую просто берем, покупаем, да и все. На самом деле, класс, просто класс. Почему? Я вот всегда вот привожу примеры. Это из легковых автомобилей. Вот реально из легковых автомобилей то, что у нас не всегда есть. Да, все, пожалуйста, все есть у нас. Это не подходящий, конечно, к нему трейлер, но ничего страшного. На самом деле, что могу сказать про данный мод? Да, вернемся к тому, что насчет привожу примеры к легковых автомобилей. У легковых автомобилей очень сложная жесть, на самом деле. Нет, на самом деле, без шуток, ребят, то, что КамАЗы, грузовики немножко лучше делаются, чем легковые автомобили. И все-таки анимация у них ближе всего лучше, улучшена, чем у легковых автомобилей. Да, я не спорю, что у легковых автомобилей хорошие есть моды, которые прям реально можно покататься на них и так далее. Но, блин, все-таки грузовики и ЕТС-ка развивается все-таки от грузовиков. Насчет данного мода. Скажу то, что выглядит он просто бомба. Вопросов нет. На 100% я вам рекомендую его по-любому скачать, если кто-то хочет, так сказать, почувствовать КамАЗик. Почему бы нет? Почему бы нет? Вы не расстроитесь, только наоборот, его на нем покататься это 100% надо. Потому что выглядит реально бомбически просто. Выглядит просто очень круто. Очень круто выглядит. Очень классно. Вот такой у нас КамАЗик, ребят. Поэтому я вам однозначно советую. 100% советую вам на нем покататься. Потому что он выглядит реально бомбически круто. И анимация. Все, что нужно, самое основное. Он все нужно. Что я люблю к всему придраться, так анимация. Анимация, пожалуйста. Все, что есть, все, что нужно, все для А24, как говорится, все есть. Поэтому такой у нас КамАЗик. Скачивайте, все ссылки будут в описании. С вами канал А24, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, не забудьте о канале А24, всех люблю, целую, увидимся на видосах и стримах. Постараюсь сегодня еще позапилять, так сказать, позапиливать видосики, обзорчики и так далее. Пока-пока.